Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» – Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве – надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод – верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101 FM. Добрый день, в эфире программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает первый секретарь Кировского областного отделения КПРФ, руководитель фракции КПРФ в областном законодательном собрании Сергей Мамаев. Сергей Павлинович, добрый день. Добрый день. Знала бы, Сергей Павлинович, что так активно будут слушатели писать вопросы на сайтах akirova.ru, спокойно бы спала в воскресенье, а то полдня готовилась к нашей программе. Но вопросов действительно очень много, и поскольку эти вопросы, в общем, перекликаются с той повесткой, которую я хотела обозначить, я все-таки предпочту сделать выбор в сторону слушателей и буду задавать те вопросы, которые они прислали к нам на сайт. Еще раз напоминаю, что слушатели, у вас всегда есть возможность в анонсах задать вопрос нашему спикеру в особом мнении заранее. Сейчас их очень много. Значит, первая группа вопросов связана с митингами и протестной активностью. В частности, раз, два, три, четыре. Четыре сообщения, которые спрашивают о митинге скорби на Театральной площади. Наталья, в частности, пишет: вы приняли участие в митинге скорби на Театральной площади, хотя для оппозиции она закрыта, имеется в виду площадь. Причем вместо искренней скорби стали обвинять во всех грехах руководителя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Не является ли это откровенным соглашательством позиции с теми, соглашательской позиции с теми, кто всеми силами старается замолчать тему коррупции? Хочу разочаровать, в общем-то, данную радиослушательницу и блогера, можно так сказать. То, что на митинге именно был и выступал, это является поводом борьбы не только с коррупцией, это тоже основной момент, который, в принципе, присутствует в нашей программе, в наших, так сказать, действиях. Но это был митинг скорби, и когда был приглашен, но надо тут тоже ремарку сказать, когда был приглашен, мне сказали, что я буду первый из политических партий выступать. Но, к сожалению, меня поставили последним. Я уже думал, что это тоже в определенной степени провокация. И, как говорится, вы думали, что вам слово не дадут в итоге? Да, я думал, что мне слово не дадут. И пригласили, и спровоцировали просто-напросто. Потому что есть что сказать именно в отношении вот тех мерзавцев, которые развязывают вот эти террористические акты на территории Российской Федерации. Но не только Российской Федерации, а практически на всем постсоветском пространстве и на всем земной шаре, так называемое государство ИГИЛ, которое, в принципе, хочу напомнить всем радиослушателям, которое создано спецслужбами Соединенных Штатов Америки. В принципе, сегодня ведет братоубийственную войну на Ближнем Востоке. Поэтому здесь сегодня, тогда, когда беда на территории нашего с вами государства, то все прогрессивные силы должны объединяться вокруг, в общем-то, и этой беды, и в то же время бороться совместно. Но то, что есть замечание в том плане, что я там покритиковал Алексея Навального, но мы его все помним, он у нас здесь лес валил, как говорится, рубил свой карман, по сути дела, и сегодня является ярым борцом с коррупцией, в кавычках, я бы так сказал. Он тоже, есть вопрос, который, в принципе, многие знают, но хочу напомнить всем нашим радиослушателям, что это господин Навальный, это соратник Белых, это тот, который сегодня по коррупционной составляющей находится в Лефортово, это соратник сегодня Саакашвили, это соратник сегодня Марии Гайдар. Где Мария Гайдар? Хочу напомнить всем нашим радиослушателям, она сегодня является советником Порошенко в Украине. Поэтому отношение, то, что пласт вот этот и ту беду, которая есть у нас в государстве, так называемая коррупция, она
по сути дела, все пронизало все органы, в первую очередь, власти, это, естественно, так сказать, сегодня мешает развитию нашего государства, не просто мешает, а просто стагнирует развитие и, по сути дела, идет противостояние в этом направлении. Так, Сергей Павлович, давайте разложим вопрос Натальи. Тут еще несколько вопросов на несколько частей все-таки. Первое, о чем она спрашивала, это почему на митинге скорби, когда вы там выражаете, да, солидарность с петербуржцами и выступаете против терроризма, вы заговорили о Навальном. Зачем было смешивать две этих темы? Ну, я уже вам сказал по господину Навальному, кто он есть. И, но это же не был митинг против коррупции, это был митинг против террора. Коррупция и террор практически, с моей точки зрения, это близнецы-братья. Понимаете? Это сегодня... А если... что все... Тогда получается, раз вы говорите, что у нас правительство коррупционное, власть сейчас коррупционная, они все террористы, что ли? Нет, я так не сказал. Я не говорю и не буду говорить, что они все террористы. Но в то же время они еще раз... Это та беда, которая... Если мы заговорили о коррупции и заговорили о терроризме, то это, я еще раз хочу подчеркнуть, это близнецы-братья, с моей точки зрения. То есть вы зрения. Считаете, что они равновесны в нашей безусловно. Стране, откуда равноценные, и та, и другая беда? Да, терроризм. От того, что сегодня у нас безработица, от того, что у нас сегодня вот, так называемый интернет дает основание и смотреть те вещи, которые, в принципе, начертала ЦРУ по отношению... как говорится, мировому терроризму, я уже говорил, так называемое исламское государство. Вот. Поэтому это все одного поля ягода и вытекает из тех обстоятельств, которые есть сегодня у нас, в первую очередь, на нашей территории Кировской области. Ну вот слушатели-то наших, знаете, что заботит? И Наталья вот задавала в своем вопросе, и Евгений Бушмелев спрашивает, там большая прелюдия, он очень рад, что вы у нас в эфире, и он говорит, что постит и репостит ваши ВКонтакте, да, какие-то вещи, которые вы там размещаете. Но вот что он спрашивает. Вот посмотрел сегодня новости, оказывается, вы принимали участие в митинге согнанных по разнарядке бюджетников и студентов на Театральной площади. Как это вообще сочетается? В интернете вы пламенный оппозиционер, борец за права жителей Кировской области, а в жизни вы, получается, ничем от власти не отличаетесь? Хороший вопрос. То есть он увидел вас вместе с Натальей на Театральной площади, на которой запрещается митинговать коммунистам. Он увидел вас в ряду тех людей, там, которые представляют эту власть. Там, да? И вот спрашивают, что же вы не отличаетесь, получается? От них. Но здесь не надо. Надо от как говорится, зерна отсеять и посмотреть. Я еще раз подчеркиваю, тема была заявлена терроризм. И если бы сегодня то, которое было приглашение мне, так сказать, направлено на этот митинг, если бы я отказался, я бы тоже был тут неправ. Почему? Угу. Потому что это всенародная беда и та боль, которая сегодня в сердцах наших граждан присутствует именно в отношении этого. Мерзкой заразы, то любую аудиторию, как говорил Владимир Ильич Ленин, надо идти и говорить свое мнение, и говорить свои мысли вслух. То есть, что касается здесь... терроризма и вот этого митинга единения, да, с петербуржцами, здесь не имело значения, там, какая партия, безусловно. Какая власть и прочее. С моей прочее. Точки зрения, не имело. Не имело. Почему? Потому что наша партия сегодня, она... проповедует идеологию и преследует идеологию братства и солидарности. Поэтому мы не имеем права и не имели права не идти на это мероприятие. То, что его сделали именно, выставили там палатки и так далее, это, конечно, это не хороший праздник. Хороший вопрос. Давайте продолжим, да, на эту тему. Вот Артур вас спрашивает. Владимир Быков заявляет, что политические партии используют митинги в своих корыстных целях. Это значит, это плохо. Тогда зачем на митинге скорби флаги политических партий? Ну, Владимир Быков, с моей точки зрения, он не понимает элементарных вопросов, которые, в принципе, как руководителю ему бы подобало их понимать. Театральная площадь, ведь митинг был, но она не узаконена. Поэтому на прошлом заседании законодательного собрания я выходил с законопроектом и просил коллег-депутатов узаконить эту площадь для всех политических партий, для общественных объединений, так как там проводят мероприятия тот же день Победы, там тоже митинг
митинг проходит, но, к сожалению, эта площадь не узаконена, они, значит, им позволено нарушать закон, а другим политическим партиям не пущать, понимаете? А другие политические партии должны где-то там, где выгуливает собак, туда-то, сказать, направлять простых людей, которые, в общем-то, не согласны с теми или иными вопросами на территории Кировской области. Поэтому... Но вы согласны, что на митинге скорби было место флагом политических партий? Нет, было место, безусловно, я с этим согласен. А зачем? Вот зачем? Зачем политические партии пришли на митинг скорби с флагами? Вот если это митинг скорби, то зачем какие-то политические атрибуты выставлять? Это единение сегодня, да, давайте уберем все различия, которые между нами существуют, народа, все знаки различий, и выйдем как народ, а не как представители политических партий. Но... Вот о чем Артур спрашивает вас. Артур спрашивает правильно, но в то же время есть политические партии, которые сегодня парламентскими считаются, и имеют свою символику. Поэтому каждая политическая партия и те сторонники, и, как говорится, не только сторонники, но и настоящие коммунисты, они пришли на этот митинг. То есть это не пиар? На митинге это с флагами, это не пиар. На митинге это скорби с флагами, пиара это не пиар? Я здесь не усматриваю, с моей точки зрения. Поэтому то, что говорит Артур, это с точки зрения сегодня вот той беды, которая пришла к нам в дом, мы не должны здесь не объединяться вокруг этой беды, с моей точки зрения. И я считаю, что поддержат все радиослушатели, те, которые понимают это обстоятельство и эту трагедию. А давайте к палаткам вернемся, опять же. Вот митинг скорби и ярмарка. Вот, кстати, да, об этом пишет Анна. Митинг против террора прошел при одновременном развертывании ярмарки на Театральной площади. Ярмарки сопровождают праздничные мероприятия. Так что мы празднуем, спрашивает Анна. Я здесь с ней частично согласен. Согласен в том плане, что мы ничего там не праздновали. Но те организаторы, которые, в общем-то, проводили этот митинг, которые делали уведомления и получили разрешение, они преследовали, наверное, другую цель, чтобы пришло побольше народу. Но в то так же время... если люди скорбят, они должны безусловно, сами прийти, а не за рыбой и яйцами. Светлана, я тут с вами полностью согласен. Полностью с вами согласен. Вы не дослушали мою мысль. Я дослушаю, но через полминуты, потому что у нас сейчас перерыв небольшой. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» – Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве – надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод – верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101 FM. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Свое особое мнение сегодня высказывает первый секретарь Кировского областного отделения КПРФ, руководитель фракции КПРФ в областном законодательном собрании Сергей Мамаев. Мы с митингами продолжим, но не очень долго, потому что очень много вопросов еще. Итак, мы остановились на том, что на митинге скорби развернули ярмарку для того, чтобы привлечь большее количество людей. Вот что это такое? Мы скорбим искренне и честно или для галочки? Ну, тут есть вопросы. Я полностью согласен с радиослушателем, который задает такой вопрос. Это не праздничное мероприятие, это траурный митинг, и поэтому присутствие сегодня, вот, извините меня за такое выражение барахолки на этом мероприятии, оно, естественно, вызывает определенное недоумение. И не только вот у, как говорится, у простых людей, но когда мы подошли на митинг, тоже поняли, когда идем или же на барахолку, или на митинг. Поэтому я тут полностью с радиослушателем согласен в этом выражении. Ведь не мы являемся организаторами этого митинга. Что такое? Почему? Что руководство? Чем руководствовались эти люди? Они перестарались просто? Они не поняли? Ну, я думаю, да. Как всегда, они перестарались. Разницы нет никакой совершенно. Ну, теракт, не теракт, да. Погибли, не погибли. Я с вами тут или согласен. Надо всегда...
Тем более мероприятия надо продумывать. Но где у нас они продуманы? Какое мероприятие мне назовите, чтобы всегда было четко продумано и выстроено так, чтобы народ был доволен и в то же время прошло мероприятие блестяще. А то, что сегодня вот это бросается в глаза, я полностью с вами согласен и согласен с тем радиослушателем, который задал этот вопрос. Вот еще один вопрос про акцию. И, пожалуй, здесь вот мы с акциями с вами закончим. Это уже касается вашей акции. КПРФ планирует 15-го акцию против роста цен, коррупции, нищеты, пишет Владимир. Разве не против роста цен бастуют дальнобойщики? Разве не против коррупции выходили на улицу люди 26-го по всей стране? Почему КПРФ и вас лично не было среди них? Вы уж определитесь, вы с народом или просто поголосите? Я хочу напомнить данному радиослушателю, те же дальнобойщики, они пришли к нам, и мы их, так сказать, приняли, и выходили с ними на митинги, писали соответствующие обращения, и в то же время нас, эти обращения дошли до правительства Российской Федерации. То, что этих дальнобойщиков начали от нас, так сказать, уводить, и не только уводить, их просто запутывать в той ситуации, которая есть. Кто есть такие, я бы так сказал, это мое выражение, политические шныри, которые, в общем-то, все благое пытаются просто-напросто снивелировать и, как говорится, как тот пылесос в себя втянуть, а потом выбросить это. Это партийные деятели какие-то? Это я бы их не назвал партийные деятели, это так называемые, в кавычках, общественно-политические, как они себя называют, деятели. Не буду называть их фамилии, я считаю, это будет слишком высокопарно для этих людей. Поэтому мы не отошли от дальнобойщиков, не дошли от других категорий граждан. Допустим, к примеру, я вам хочу, если нас слушает этот радиослушатель, который задал вопрос по центральному рынку. Мы же его отстояли, и многие вопросы отстояли именно вот такими митингами. Но, к сожалению, к большому сожалению, и, наверное, вина и наша есть, нашей партии, в первую очередь меня, в том плане, что мы плохо информируем граждан, но, к сожалению, сегодня средства массовой информации не дают возможности, как говорится, писать ту правду, которая, в общем-то, есть. Если взять и посмотреть вопрос коррупционной составляющей, кто сказал первый с трибуны Государственной Думы сказать о коррупции в Кировской области и в целом в Российской Федерации, это наша партия. Перед вами вот сидит тот человек, который, в общем-то, впервые об этом заговорил. Подхватил это Навальный и, в принципе, начал, так сказать, по сетям, по сети интернет делать определенную, я бы так сказал, пиар-компанию именно проамериканским бархатным революциям, которые, в принципе, пример яркий, это Украина. Там начиналось все так же, как пытается это сделать господин Навальный. А то, что касается социально-экономической ситуации, мы от нее не уходили. Мы проводим сегодня и митинги, и они не бесполезны, эти митинги, так как мы принимаем нормативно-правовые документы в виде резолюции. А третья статья Конституции Российской Федерации гласит о том, что у нас основным источником власти на территории Российской Федерации является многонациональный народ. Вот этот народ приходит и выражает несогласие исполнительным органам власти и законодательным. Мы эту резолюцию направляем в исполнительные органы и законодательные органы власти, но, к сожалению, власть сегодня, я бы так сказал, глуха и нема по отношению к основному источнику власти. Да, нас тут правильно совершенно направляют. Вы упоминали несколько раз организацию ИГИЛ, и нам нужно, конечно же, уточнить, что это запрещенная в России организация, которая считается она террористической. Она запрещенная, и я считаю это очень правильно, и, как говорится, поддерживаю всецело. Да, я все-таки вернусь, мне хочется получить два четких ответа, касаемо дальнобойщиков и касаемо антикоррупционных митингов 26 числа. Вы сказали, что сейчас кто-то оттесняет КПРФ от дальнобойщиков, к сожалению, как вы их назвали, политические как? Шныри. Шныри. Политические шныри. Так вы что, дальнобойщиков-то просто их им отдадите, этим политическим шнырям? Нет, мы их не отдаем, мы их приглашаем, и буквально на всех мероприятиях, проводимых нами, они присутствуют, и даем им слово, и в принципе. А как вы считаете, каковы перспективы исполнения все-таки этих требований, которые предъявляют дальнобойщики правительству? Их примут в конце концов или нет? Ну, я думаю, уже половинчато они приняли. Они испугались той
массового протеста, который пошел по всей Российской Федерации. И не случайно лидера движения, так называемого, в Москве, они очень хорошо с нашей партией, так сказать, сотрудничают. Пригласил представитель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев и решал эти вопросы. А вы считаете, это были как раз те самые активисты, безусловно, активное ядро, не подставные персонажи? Но тут я не могу сегодня, как говорится, сказать точно, были это активное ядро или это подставные персонажи. Если это были подставные персонажи, то это один вопрос. А если это были, как говорится, настоящие объединения дальнобойщиков, это другой вопрос. А вы сами как к Платону относитесь? Как к Платону относитесь? Негативно. Да? Безусловно. Надо добиваться отмены? Надо добиваться отмены. И, как говорится, это вообще это очередной побор, который, в общем-то, тяжелым бременем ложится на плечи вот этой категории граждан, которые, в общем-то, занимаются данным направлением бизнеса. Их у нас насчитывается порядка 14 тысяч на территории только Кировской области, которая занимается именно вот дальними перевозками грузов и не только, как говорится, по территории Российской Федерации. Тем самым они обеспечивают нашу и продовольственную безопасность, и обеспечивают, я бы так сказал, и социальные вопросы, те, надо которые отменять. Лежат в плоскости. Надо отменять. И еще раз про антикоррупционные митинги. То есть 26 числа вас митинг не устроил тем, что это митинг, который призывал Навальный, а Навальный расшатывает лодку, как говорят, да, 26... в России и призывает к оранжевой революции. Да. Светлана, 26-го как раз наш комсомол Мольцы подали уведомление, они проводили этот митинг. Единственная, так сказать, территория, которая, в общем-то, данное направление, с моей точки зрения, завело в правильное русло, и та борьба с коррупцией, которую, в общем-то, предлагает сегодня Навальный, мы это предлагали, я еще раз подчеркиваю. Комсомольцы 26-го проводили митинг? Безусловно. В Халтурино? В парке Халтурино. Первый или второй? Первый. И второй. Это комсомольцы, оказывается, были. Просто они приходили к нам в студию и не сознались, что они комсомольцы. Ну, они сказали, знаю, что они не имеют отношения никакого в студию, к партиям. Я сегодня не знаю. Вы мне скажете фамилию, я вам скажу да. Если вы не назовете фамилию, я не могу знать, кто там. Сориентируйся потом. Да. Ну, так все-таки нет, получается, что требования Навального и фонда борьбы с коррупцией вам не безразличны. Вы видите там рациональное какое-то зерно. Я понимаю, вернее, я вижу это рациональное зерно, но я не вижу сегодня, вернее, вижу этого фигуранта. Если бы целый раздел, возьмите книгу «Коррупция в Кировской области. Офшорный рай» как говорится, по коррупции, по сути дела, мы с моим другом Леонидом Витальевичем Сандаловым написали целую, так сказать, первую часть книги о коррупции. Это не первая книга. Первая книга была мною также подготовлена. Это в Марийской Республике с полковником внешней разведки в отставке Михаилом Долговым. Но мы еще про Марийскую Республику сегодня поговорим обязательно. Правда, не так много времени остается. Этот вопрос, как говорится, мы его первые подняли, а то, что Навальный понимает, это беда, и начал, так сказать, топтаться на этом вопросе, чтобы завести особенно молодых людей в общем-то, ну, в то направление, которое и его патронаж, я имею в виду заокеанский, сегодня, как говорится, использует очень широко. Сейчас прервемся мы на короткую рекламу. Напоминаю, что это программа «Особое мнение». Свое особое мнение сегодня высказывает Сергей Мамаев, депутат областного законодательного собрания. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» – Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. «Особое мнение» на 101FM. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько, первый секретарь Кировского областного отделения КПРФ, руководитель фракции КПРФ в ОЗС в областном законодательном собрании Сергей Мамаев высказывает сегодня свое особое мнение. Остается у нас 13 минут. Александр спрашивает вас. Самый первый вопрос на сайте «Эхо Кирова», который пришел в раздел «Анонсы». Говорит: «Добрый день, вы очень редкий гость, и теперь я могу задать вам вопрос. В Мариэл в сентябре 17-го пройдут досрочные выборы главы республики. Примите участие в них, отказавшись от выборов на должность губернатора Кировской области».
Александр, добрый день. Я очень рад за тот вопрос, который вы мне задали. Я солдат партии, в первую очередь. И, как говорится, Центральный комитет определит, где мне идти, или по Кировской области, или по Республике Мариэл. Поэтому мое мнение, естественно, будет учитываться, но, к сожалению, я не знаю, что определит Центральный комитет. Так как, а вам бы где хотелось? Я знаю, что вы солдат партии, но... Ну, мне бы хотелось, конечно, идти, так сказать, по своему родному краю. Вот. Но Марийская республика для меня тоже она не сторонняя. Почему? Потому что я родился и вырос на границе с данной республикой. И в этой республике очень много друзей. И практически 50% населения – это люди, мигрировавшие с территории нашей области. А в ситуации, сегодняшние 50%. Да. А в ситуации выбора, если вы будете прикидывать, там, или вы со своей командой политтехнологов, со своими соратниками, если мы будем говорить конкретно о выборах, ситуации выборов в Кировской области и в Мариэл, оценивали ли вы свои шансы? Где их больше? Я не могу свои шансы оценивать. Почему? Это очень нескромно с моей точки зрения, чтобы свои шансы... Да это будут оценить? Оценивать люди, правильно, Светлана? Как я могу оценить свои шансы? Как за меня будут голосовать люди? Да, вы же, наверное, но изучаете свой электорат. В Марийской республике за меня проголосовали 32%. Угу. Помните, на прошлых выборах. Вот. И я слово дал, я его сдержал. Где сегодня Маркелов? Он, по сути дела, в отставке. Вот. То, что касается побороться территории... с Игорем Васильевым, у вас есть там, резервы, карты эти, тузы? Нет, в рукавах и прочее? Нет, с Игорем Васильевым, я их называю, он временный губернатор. А почему вы его так называете, интересно? Почему я его так называю? Да. Потому что он временный, он губернатор временный. Сейчас, а после сентября он может Нет, стать почему постоянным. Почему сегодня средства массовой информации, я вам вопрос на вопрос хочу сказать, говорят, что он глава региона. Какой он глава региона? Он временно исполняющий обязанности. Вся команда его временная, варяги. Те, которые пришли на территорию Кировской области, не зная ни территории, не зная тех направлений, которые никогда не руководили. Ну, давайте возьмем любую отрасль сегодня нашего народного хозяйства и посмотрим, кого они притащили. Кого, как говорится, этот господин Васильев притащил на ту или иную должность? Ну, уже коррупционная составляющая отмечена нами и, в принципе, написан, вернее, дан запрос, сделан и уже получен ответ по дорожному направлению. 123 миллиона рублей, которые были в декабре месяце этого года поставлены на тендер, выиграла фирма «Однодневка» с Краснодара с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Ну, это вы подозреваете, что есть коррупционная составляющая, но пока нет, это еще я подозреваю, компетентными органами не доказано. Правоохранители сегодня дают ведь ответы и подтверждение, по сути дела, тоже ФАС мы, я лично получил. Поэтому, то есть вам не нравится, с чем зашла новая команда? И вы считаете, что с таким что заходом у нас нет умных, талантливых людей, те, которые могут сегодня, так сказать... Ну для... и вы ведь готовы, Сергей Павлинович, пойти в любой регион, куда партия назначит? Нет, но партия... Ведь Игорь Владимирович тоже не по доброй воле, небось, сюда попросился, а его тоже назначили. Ему сказали, не, мы... так пойдешь на регион. Да, не по доброй воле. Так ведь? Вы же все солдаты партии. Это мы не знаем с вами. Все ведь солдаты партии. Или не по доброй, это мы еще скажем чуть позднее. Но дело в том, что хочу подчеркнуть, мы, он еще временно исполняющий обязанности, будет определять голосование. То есть вам не нравится, сказать, когда его называют выборы. Губернатором сейчас? Ну, какой он глава, да? региона, он сегодня еще не, ему народ не доверил, этого, так сказать. Все, я поняла, что вызывает ваше возмущение. Этой власти. А вот скажите, пожалуйста, я хочу вас попросить прокомментировать высказывание Валерия Николаевича Турула, вы хорошо ведь его знаете, президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса. Он говорит следующее. У него много аббревиатур, понимаете. Жизнь показывает, что губернатор должен быть человеком системы, получается, что единороссом. Но я убежден, что большинство голосов будет получено единым оппозиционным кандидатом. Но здесь возникает вопрос о том, насколько он будет эффективен. Скорее всего, система пытается изолировать этого губернатора. Думаю, если он продержится 6-9 месяцев, то это будет хорошо, а дальше все, что угодно можно ожидать. Подстав и так далее. Вот он говорит, что руководить регионом может только человек системы. И, кстати говоря, приводит пример Никиту Белых, который пытался в нее вписаться и не вписался в итоге. Да? Ну вот как вы на это смотрите? Но это система... Вы человек системы? Нет. Так.
Я не человек системы, потому что я возглавляю сегодня оппозиционную партию. И являюсь ее лидером пока еще. Что вы думаете насчет такого мнения? Ну, по этому мнению, что я могу сказать? Могу сказать только следующее, подтвердить слова Валерия Николаевича в том плане, что систему, они еще ее пытаются, так сказать, устроить, но мы видим, что это за система и какие печальные последствия эта система несет сегодня для регионов Российской Федерации с учетом вот той кадровой политики, которая сегодня есть в России. Нет, вы конкретно ответите. Уролог говорит, что человек не единорос, он не сможет руководить регионом, потому что система его сломает. Ну почему не даст сломает? Ему руководить. Я могу возразить Валерию Николаевичу и в целом всем радиослушателям сегодня неплохо управляют у нас наши товарищи в трех регионах. Это Иркутск, это Орловская область и Новосибирск, город. И никто их, как говорится, сегодня через колено не ломает. И ситуация там совершенно, так сказать, другая. Я имею в виду и социально-политическая ситуация в первую очередь. Поэтому никто не вышел из партии, никто, так сказать, не преследует выход из партии. Вот. А народ выбрал, люди работают, и результаты неплохие. Потому что, если взять Новосибирск, то по пуску жилья сегодня, первое место, в общем-то, сегодня локоть вышел по сдаче жилья на по квадратным метрам, как говорится, Новосибирске, в Российской Федерации. Поэтому, ну, много примеров, которые я могу приводить. Что касается единого кандидата от оппозиционных партий в Кировской области? Это хороший вопрос. Как говорится, мы сейчас ведем... Проехали уже эту историю или нет? Нет. Мы ведем переговоры, как говорится, с непарламентскими партиями. Он уже 20 непарламентских партий, в общем-то, поддержали наше мнение и выставить уже этого самого единого кандидата. А то ведь, вот смотрите... Нет, пора единого. Я согласен. Игорь Владимирович заявился на выборы Васильев, и мы уже видим, что действительно началась предвыборная кампания. Безусловно. Появились баннеры какие-то, материалы появились там, да? Вы все выбираете единого кандидата. Пусть уже партии как-то скажут, как вы говорите, партии должны сказать. Безусловно. Уже некоторые партии сказали на всю страну. Да. Да. Вы это слышали и знаете эти заявления. Поэтому единый кандидат сейчас обсуждается. Он не просто вот так вот. Не опоздаете вы? Нет. Соглашение уже подписано, я уже вам сказал, 20 политических партий, у нас их порядка более 40 на территории Кировской области. Вот 20 политических партий подписали с нами уже соглашение с нашей партией по единому кандидату. Сегодня вопрос за центральными органами, это ЛДПР в первую очередь, потому что Миронов уже высказал свое мнение на всю страну. Поэтому этот процесс идет, он сложный и непростой. Вот. То, что касается этого соглашения, оно должно быть понятно для всех политических партий. Вот, например, для 20 оно понятно. Если идет кандидат консолидированный, то он должен обязательства иметь перед этими политическими партиями. Для меня ничего не понятно. У 20 партий подписали, Черкасов высказался, вы высказываетесь, ждем решения, значит, Центрального комитета. Тут ваши соперники вовсю уже кампанию проводят, а вы все совещаетесь. Нет. Когда уже решение? Мы тоже кампанию начали и проводим. Посмотрите, наша газета, которая вышла 100-тысячным, так сказать, тиражом в отношении временно исполняющей обязанности. Посмотрите, еще следующий номер готовится. Я отвечаю вам, что буквально через неделю будет следующий номер нашей газеты. У нас эпохальная дата столетия Великой Октябрьской социалистической революции. О ней мы еще с вами поговорим, но не да, сегодня. Нам позволили, я бы так сказал, власть придержащие, в общем-то, сделать рекламу, вывесить так называемые баннеры. Вот. Поэтому мы не сидим и не просто, так сказать, общаемся. Подогреваете, значит, население. Почему подогреваем? Ну, нет, интерес мы не подогреваем, себе. Мы просто, так сказать, не работаем могу, в этом да. направлении. Сергей Павлович, не могу обойти просто этот вопрос стороной. Особенно, видимо, представители СМИ он будет интересовать. Алексей Обыденков спрашивает вас. Вы очень часто через свой телеграм-канал «Кировский шептун» и «Вятский губернатор» сливаете интересные новости. Когда вы уже признаетесь, что вы автор? Автор этих каналов, что ли? Я так понимаю, нет. У нас один канал. Как говорится, это сайт КПРФ.
И то есть вы не имеете газеты. Отношения ни к Кировскому шептуну, я не имею отношения ни к Вятскому наблюдателю, ни к Кировскому шептуну. Угу. То, что мы выставляем... вас очень много на Вятском наблюдателе, да. Кстати. То, что мы выставляем сегодня наши материалы и наши, так сказать, наше мнение в своем, на своем сайте, то подхватывает эти сайты. Я им очень признателен. Хочу сказать огромное спасибо. То, что они самые острые вопросы, которые мы озвучим на своем сайте, они публикуют на своих, так сказать, сайтах. Поэтому отношения у меня, я даже не знаю, кто хозяева этих, так сказать, сайтов. Но здесь очень много, на самом деле, пришло вопросов по поводу поливания грязью друг друга с разных сторон. Что вы поливаете Игоря Васильева, как будто бы его политтехнологи вас через какие-то свои ресурсы поливают. Но давайте мы эти вопросы сейчас обсуждать не станем, потому что остается у нас буквально две минуты. Одно предложение я могу сказать. Мы грязью никого не поливаем, мы только публикуем факты. А то, что обливает нас грязью, то заведено уголовное дело. Которое расследовано, но, к сожалению, не направлено в суд. По поводу? По поводу вот той грязи в отношении моей скромной персоны, как говорится, или кандидатуры. Вот. Это затертые, так сказать, пластинки, которые выкидывают периодически на выборах. Поэтому и Следственный комитет не передал дело в суд, потому что им потом нечем будет говорить в отношении, так сказать, и партии, и меня. Да, сейчас остается буквально полминуты, обсудить уже ничего не успеем, но короткий ответ, наверное, от вас успею получить. Сергей Павлинович, какие планы КПРФ на городскую думу? Прежняя дума работала так, что любо-дорого сейчас посмотреть на город. В кавычках, я думаю, что да, любо-дорого после посмотреть. Ухода Быкова некого даже было назначить мэром, так коротка у них скамейка. Ну, во-первых, да во-первых какие планы? У КПРФ идти на выборы и взять власть. Сколько? Если снова они взять бросят власть огромные, в городской думе? Конечно. Если они снова бросят огромные деньги, так называемые, помните, на прошлых выборах были пятисотошники. Вот если эти снова бросят огромные деньги и будут подкупать людей, но я думаю, что уже люди не должны купиться на эти уловки. Деньги брать надо, на голосовать надо, имея собственное мнение. А кто у вас такие кандидатуры, которые ярко будут заявлять о себе в предвыборной кампании в городе? Скамейка запасных очень большая. Большая. Перечислите, пожалуйста, кто пойдет на выборы в Гордуму. На выборы в Гордуму вы посмотрите сегодня, кто шел на выборы в ЗАГС собрание. Посмотрите, какой состав нашей списка. То есть еще не определилась партия, кто пойдет в Гордуму? Мы определились с кандидатурами, но рано их озвучивать. Я считаю, что к нам особое отношение. Особенно а единороссы уже вот заявляются? Единороссы, они сегодня правящая партия, и это во-первых. Во-вторых, они используют методы административного ресурса в отношении нашей партии не пущать и запрещать. Если даже мы сегодня озвучим хорошего, талантливого человека, который пойдет и уже согласен. Что, будет пойдет, индивидуальный разговор? Безусловно. Там будет индивидуальный разговор, там будет решаться вопрос о занимаемой должности и так далее. Поэтому... Продолжим разговор в следующий раз. Время спасибо. Программы «Особое мнение» подошло к концу. Сегодня его высказывал первый секретарь Кировского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации, депутат областного заксобрания Сергей Мамаев. У микрофона работала Светлана Занько. До свидания. Спасибо. Спасибо. До свидания. Хорошего дня всем. «Особое мнение» на 101 FM. Главное в строительстве – надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод – верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500.